Россия проводит учения ядерных сил. Как сообщает Минобороны страны, в ходе маневров были запущены 4 баллистические ракеты. Одна из них с космодрома Плесецк. Еще 2 с атомной подлодки в Охотском море. Последняя из акватории Баренцева моря с подлодки Северного флота. В российском военном ведомстве отметили, что все учебные цели были поражены. Кроме флота и ракетных войск стратегического назначения, в маневрах также приняли участие дальние бомбардировщики воздушно-космических сил.